Сегодня в полдень у Рыбинского расчетно-кассового центра раздался оглушительный рев сирен. Сотрудники вневедомственной охраны и инкассации оцепили здание, а инспекторы ГИБДД перекрыли движение транспорта на перекрестках улицы Пушкина с проспектом Серова и улицы Чкалова. В центре Рыбинска прошли плановые учения. Сотрудники полиции отрабатывали свои действия при нажатии в офисе тревожной кнопки. По сигналу дежурная часть вызвала наряды вневедомственной охраны и патрульно-постовой службы. Служба прибывает к объекту, выясняет причину сработки, блокирует данный объект особой важности. Он является объектом особой важности. То есть поставленные задачи были выполнены. То есть наряды показали, что готовы к любым возможным ситуациям. Курьезом закончилась погоня во Фрунзенском районе Ярославля. Это видео было размещено на интернет-портале 76.ru. Хозяин видеорегистратора остановился на красный сигнал светофора. В этот момент с улицы Попова вылетел полицейский автомобиль с включенными спецсигналами и проблесковыми маячками и начал поворачивать направо. Совершая маневр, водительская дверь полицейского авто неожиданно открылась, и из машины на дорогу чуть не выпал мужчина в форме. Однако, по словам свидетелей, водитель смог закрыть дверь прямо во время движения, затем служебный автомобиль умчался в сторону Костромского шоссе.